Девятая серия сериала «Декабристка». Громов помогает Зине вернуться на работу в суд. Ильин умоляет больше не делать подложных документов. Но Уварова понимает, другого шанса освободить Левицкого у нее не будет. Она решает не заверять больше бумаги у начальника суда, а подделать подпись. Правда выплывает наружу. Ильин просит об отставке. После попытки пойти и признаться в органы власти, у него случается удар. Подавленная Зина уже собирается бежать в Москву, когда получает через Зиновьева письмо от Левицкого. Тогда она решает изготовить последнее поддельное постановление. Алексея освобождают. Посмотреть девятую серию вы сможете 22 ноября.